В 2016 году по всей стране пройдет всероссийская сельхозперепись. На отдаленных и труднодоступных территориях ее проведут с 15 сентября по 15 ноября следующего года. В Ненецком округе к сельхозпереписи готовиться начали уже сейчас. Сотрудники регионального отделения Росстата вернулись из ознакомительной поездки в самую труднодоступную общину Ямхто. Это не было официальным пробным мероприятием, мы это сделали для себя, для того, чтобы понять, насколько сложно или просто нам будет работать с общинами, потому что мы знаем, что там есть некоторые проблемы, это языковой барьер, возможно, недостаток какой-то информации, потому что по сравнению с 2006 годом переписные листы, они стали более объемными, запрашивается достаточно такая серьезная информация даже о количестве сотрудников, о возрасте и вплоть до уровня образования их сотрудников. Цель сельхозпереписи – это не только переписать, где сколько коров и куриц, а в целом, возможно, определить сельхозпотенциал Российской Федерации. По итогам переписи будут сформированы 8 списков. Сельскохозяйственные организации, кроме микропредприятий, микропредприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, подсобные предприятия организации, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, граждане, имеющие земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства или имеющие сельскохозяйственных животных в сельских поселениях и в городских округах и городских поселениях. Последний раз сельхозперепись проводилась в 2006 году. Переписчики учли земельные и трудовые ресурсы, поголовье сельскохозяйственных животных. По данным переписи 2006 года в Ненецком округе было зафиксировано 25 сельхозорганизаций, 34 фермерских хозяйства, 5420 личных подсобных хозяйств и 11 некоммерческих объединений. Общая площадь земель всех категорий составила свыше 18 миллионов гектаров. Кроме того, наш регион был на третьем месте по поголовью северных оленей в среднем на одну сельскохозяйственную организацию, а вот по удельному весу оленьих пастбищ сельхозорганизации на седьмом.